Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн, это Королевство и Замки игра, и случилось какое-то страшное действие, вот когда я пытаюсь загрузить свою игру, видите, что происходит, то есть я если нажимаю типа не посылать, то меня в меню обратно закинет, а если я нажимаю послать, то здесь типа я могу написать почту, ля-ля-ля-ля-ля, типа там send save и вот типа все. Снять-то что-то хочется по этой игре, так как сломалась запись, то тут два варианта. Либо проводить стрим, да, на выживание просто, ну, типа, сколько я там проживу за 2-3 часа, да, на стриме. Что, в принципе, у меня есть в планах сделать стрим. Кстати, ставьте лайк, пишите в комментариях, если вы за. А сегодня вот была мысль о том, чтобы провести такой небольшой челлендж, да, то есть получится ли у меня сделать попытку о том, чтобы попытаться отбиться... Отбить первую волну. То есть вот так вот. То есть сразу первую волну не отдавать врагам, а полностью отбиться. Есть на это у меня мыслишки, как сделать это, ну, как реализовать. Но вот давайте попробуем, в принципе. Но вот здесь вот карта, в принципе, неплохая. Смотрите, камень рядышком сразу, но леса нету, да. То есть вот в чем проблема. Зато здесь лес есть. Может быть, смотрите, где-то здесь начать, рядом с лесом. Здесь как раз-таки... Как раз таки еще есть где еду. Здесь, значит, здесь вот эти... Нет, давайте другую карту выберем. О, вот это очень недурно. Смотрите, здесь и плодородные земли довольно-таки прилично. Один остров. Ну, такое. Ну, давайте еще посмотрим. Вот здесь вот, в принципе, тоже неплохо, но... Ладно, свои мысли так оставлю при себе. Вот неплохая картишка, да? То есть... Видите, плодородной земли очень много. Вот здесь вот, открытый сразу же. И город, допустим, можно куда-то... Ну, блин, неудобно. Ладно. В принципе, можно же рассчитывать на то, что я дальше буду развиваться, как бы, поэтому... Так, ну... Вот тоже неплохое место. Вот здесь вот, допустим, плодородная земля. Но у нас еще так, пару островов есть каких-то непонятных. Так, тоже какая-то... Странная карта. Я, честно говоря, не знаю, что ищу. Наверное, какое-то шестое чувство, чтобы меня сработало. Вот неплохо. Вполне неплохо, смотрите. Да, то есть очень неплохо, я бы даже сказал. Только единственное, что с камнем, блин, не очень хорошо. Но, в принципе, вот здесь вот сразу два будут работать, и здесь один будет работать. Ну, такое. Ну, такое. Только единственное, где его... Где мне начать, типа, развиваться? Вот здесь вот. Здесь у нас будет... Может быть, прям вот... Ух, может быть, где-нибудь вот здесь вот и начать развивать. А давайте попробуем. Давайте попробуем. Пускай так, вот так. И начнем, давайте. Так, сразу, аккуратненько. Сейчас я буду не торопясь. То есть, так вот прям вот очень-очень не торопиться буду. И развиваться очень-очень медленно. Так. Городишко у нас будет вот... Ну, как бы замок, да. То есть, мы... Я, получается, так даже могу поставить... Вот так вот. У меня пауза. И, в принципе, можно сразу же начать вот так вот. Оп. Вот первое что, это нам чуть-чуть еды побольше. Ну, как чуть-чуть. Нормально так еды. Чуть и прям камень. Вот прям камень, 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 камень. И еще раз камень. То есть только так. Давайте ускоряем. Пускай они сразу начинают нам создавать, собственно, здание. И оп. Камень готов. Ой, не камень, а здание готово. Продолжаем строиться. Так, у нас для вышек нужно будет вот это вот еще. То есть, в любом случае, нам нужен камень. И куча-куча-куча дерева. Давайте здесь прям вырубать дерево, все. Прям вот, вот, прям вот подчистую, я бы сказал. Да, то есть, пускай рубят. Жалко немножко. Надо было... Ну, ладно. А, и смотрите, в чем прикол. Я, наверное... Получится ли мне... Эх, не получится вот так вот. Ну, ладно, окей. Окей, давайте здесь сейчас вот немножко еще доделают. Я сюда прям дорожку вот сюда вот проведу. Сюда прям выведу. Так, и вот здесь у нас уже начнется, так сказать, расселение. Может, блин, ну и чего, зачем? Так, отлично. Давайте, ребятки, вот так вот. Здесь сразу же давайте два домика. Пам-пам, ставим. Так, неплохо. Неплохо, так, нормально.
Мне бы вот сразу этого, но камень нужен. Charcoal, charcoal, charcoal. Не проблема, наверное, сейчас где-то здесь сделаем. Так. Вот так вот, вот так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, так вот посылаем пока что. Здесь рубят. Так, здесь... Чоп, так, есть, отлично. Понеслась, строимся. Первое нападение именно викингов, не варваров, а именно викингов мне нужно отбить первое нападение. Не забывайте и не путайте, пожалуйста, а то сейчас начнут... А, если я сейчас, ну, типа, не отобью дракона, то все, типа... Так, вот здесь плодородная земля, но, блин, ну здесь и город хорошо поставить, да? То есть, в принципе, вот смотрите, мы уже так пару садов можем влепить, а здесь вообще можем поля воткнуть... То есть как нефиг делать. И в принципе, ну как бы уже даже можем делать, уже можем даже каменщика делать первого. Так, 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 так. Так, оп, оп, оп. Все, вот. Дерево есть, пускай строится. Люди свободных нет. Значит, еще нужна еда и... Раз, два, две еды. Город. Город пошел, раз, два. Так, и еще город нам нужен. Раз, два. И, наверное, еще лес, да, то есть не лес, а... Короче, все, ускоряемся. Но я думаю, вот такого количества людей мне сейчас хватит. Надеюсь. Надеюсь, по крайней мере. Так, опять у меня нету ничего. Так, здесь и вот здесь вот так вот делаем. Здесь мы сейчас тоже проделаем дырочку и... наверное, этого, как его, лесника сделаем там. Окей, окей. Так, отличненько. Все, люди есть, 20 человек. В каждом домике по 5. Ну, типа. Вот 25 уже. То есть в теории 25. Ну, хотя нет, не в теории. Тут 7. А, нет, это еды, да, 5. Все правильно. Все правильно. 25, 5, все отлично. Так, здесь у нас опять же... Опять же дерево нужно, тонны. Так, паузу. Оп, есть. Есть, готово. Ускоряем опять. Опять ускоряем. Нам нужно куча-куча дерева, ребят. Просто тонны, я бы сказал. Так, опять же, камень. Оп, отлично. Да-да-да, я делаю упор сейчас на камень. Люди, в принципе, ну, у людей тут все плохо, конечно, потому что у них ни колодца, ничего нету, но колодец типа такое дело. Знаете, не дешевые, ребятки. Так что потерпите. Так, здесь у нас уже с камнем будет только, да? То есть, да. Только надежда на камень. И здесь, в принципе, можно уже поля разводить. У меня нету лишних людей, поэтому... Ну, поэтому я сделаю поля. Логика, да, ребят, логика. Это как бы нормально. Все, ускоряемся, потому что... А потому что я не знаю, почему. Нам нужен лес, поэтому... Поэтому давайте вот это все срубим. Конечно, далековато, но надеюсь, это не помешает им сделать это очень быстро. Так, и мне опять же не хватает людей. Вообще, получится ли у меня отбить? Блин, я честно не знаю. Вышки невысокие буду, буду делать в два высотой буду вышки делать. То есть, ну как-то так. Два каменщика, интересно, этого хватит? Ух, сколько вопросов, сколько вопросов. Так, ну-ка. Давайте, ребят, под максимум. Ну, давайте дерево, дерево. То есть, в принципе, сейчас-то даже они не работают нигде. Они просто, типа, строят только... Работа идет только вот здесь вот. То есть, да, то есть... И все. Есть. Продукты принесли. Ну, более-менее как-то там, кое-как, у меня продукты есть или нет. Нет, по-моему, продуктов так. Беда. Что-то... Проблемка оказалась-то. С едой не так все хорошо, как казалось, да? Так, окей, ребят, окей. Сейчас с едой что-нибудь придумаем. Опять же, с деревом проблемы. Они пытаются рубить, но его не так-то много, как хотелось бы. Так, здесь давайте пока что закроем. То есть пускай пока хотя бы один каменщик начнет работать на полную катушку, да? И потом уже второго сделаем. Хотя бы таким образом. Так... Окей. Вот здесь бы, блин. Вот поля, видите, какие-то плодородные. Здесь супер плодородные могут быть. Но, похоже, придется все-таки дома здесь ставить, потому что они будут здесь более эффективны, чем... Так,
камень, блин, и здесь вот, вот эту нужно штуку, и вот эту нужно поставить. Очень много камня нужно для этого. Ну, вы сами прекрасно все понимаете. С едой более-менее, смотрите, ну, то есть нормально, да, нормально. Так, здесь у нас проблема то, что чаркоил очень близко для них, они типа фи-фи-фи, мы типа такие все неженки, мы типа не можем себе такое перенести в старые времена-то. Так, есть, давайте-ка вот здесь вот. Лесника сделаем. А, не знаю. Вот, кстати, такой вопрос, да? То есть, а нужно ли вообще сейчас лесника мне делать? Вот сейчас он, именно в данный момент игры, он нужен ли? Замковую стену я просто вот так вот обведу. То есть, я по две вышки здесь построю. Высотой в 3, в 2 блока. Высокий делать не буду. Буду надеяться, что придется со всех сторон окружать, потому что мало ли, с какой стороны могут напасть. Это вот, ну, такая первая проблема моя, да, то есть, я не знаю, ну, дракон летит здесь, типа, что поделаешь, с драконом я ничего точно не могу сейчас сделать, у меня 4 всего лишь камня добылось, представляете, 4, то есть, офигеть, у меня просто тупо не хватает людей, давайте еще делать, у меня тупо не хватает людей. Ну а что поделаешь? Ну, вот никак без людей нельзя. Давайте здесь уберем. Так. Ну и дерево. Куча-куча дерева нужно. Опять же, куча тонны, я бы сказал, дерева нужно. Давайте еще один домик. Давайте, ребят. Так. Камень пошел в плюс. Еще один домик. Ну тушите! Тушите! Так, все, потушили, красавцы. Сейчас точно нельзя терять ни одного человека, ни один домик, ничего вообще подобного. Подобным вообще ничем нельзя заниматься, потому что, ну, это будет очень сильным ударом по моей индустрии. Так. Вырубаем к чертовой бабушке весь лес ближайший, потому что с лесом прям беда какая-то. Ну, реально беда, посмотрите. У меня даже еда, то есть, в принципе, в плюс пошла. Так, смотрим, как у нас здесь. Блин, вот это бы построить, конечно. Так, раз. И все. 15 камня нужно на одну вышку. Ладно, пускай рубают пока что. Так, 45 человек. 45 человек на данный момент. Это, конечно, не очень хорошо. Это очень мало, я бы сказал, да, но все-таки. Так, здесь давайте построим. И вот здесь давайте построим. Еды 35, в принципе, этого, ну, вот в данный момент пока что хватает. На мой взгляд. Так, здесь еще давайте прям вот здесь вот рядышком вырубаем лес. Так, нет, мне пока что одной хватит. Пока что хватит одного. Склад с едой давайте забабахаем. Поставим его здесь. Кстати, близко очень поставил, в том плане, что его могут разломать. Здесь 50. Так, у меня есть свободные люди. Пошли. И вот здесь, наверное, еще. Давайте вот так вот. Вот так вот. И мы сейчас здесь еще одного лесника сделаем. И уже, наверное, вот следующая волна, так скажем, да. То есть сейчас мы начнем уже делать упор на упор на развитие, да, то есть города. Точнее, не даже, блин, что несу, ребят, реально сбиваюсь. Не на развитие города, а на постройку стен. То есть вот у меня уже, в принципе, то есть уже можно вышки поднимать. Выше, точнее, поднимать. Так, с едой не очень все хорошо. Здесь с камнем тоже не очень все хорошо. Так, еда вот в плюс пошла. Так, давайте, может быть, еще поля сделаем, да, вот так вот хотя бы. Хотя бы вот так вот засеем поля. Так, люди есть, но что-то все с ними как-то не очень хорошо. Так, здесь давайте два домика построим. Так, здесь еще вот так вот вышечку. Хотя бы такие вышечки сделаем. Тоже
И мне 50 камня нужно, чтобы сделать казначея, чтобы сделать себе золото. Потому что без золота не получится вышек. Поэтому сейчас терпим. Прям вот терпим. Держитесь, как говорится, братцы, держитесь. Так, как у нас? У нас с колодцем не очень все хорошо. Колодца нет, и они недовольны этим. Так, ну лес, по крайней мере, более-менее есть. Давайте вот здесь вот еще одного лесника поставим. И это будет очень-очень в тему. Я думаю, он мне позволит, так сказать, два лесника мне позволит не рубить дерево и чисто строить. Чисто строить. Прям вот я боюсь, что я не успеваю. По-моему, кстати, вот здесь меня поправьте. Если, как сказать, если определенное время первого нападения, или это прям... Ну, вот в какой-то год приходят первые викинги, или без разницы им вообще, типа. Вот напишите, если кто-то знает точную инфу, буду очень благодарен. Ладно, давайте ускоряемся. 50 монет, и надо вышки уже устанавливать. Я, наверное, не буду выше двух поднимать вышки, хотя посмотрим сейчас. 50, ребят, давайте, 50, 50, давайте, дорогушки. Блин, 40, на ворота 40 нужно. Зря я, наверное, двое ворот попытался сделать. Так, есть. Все. Пошли. Еда у нас есть. В плюс идет. Отлично. Хорошо. Очень хорошо. С едой все хорошо. Я бы даже, наверное, одно поле отключил, потому что у меня даже, по-моему, чересчур еды. Поле горит. Потушите поле. Рядом вода. Эй, сады! Я просто молчу, просто надеюсь, они потушат. Сейчас вообще нельзя терять ни одного человека. Как раз сюда вот сейчас придут люди. Так, у меня трое свободных было. Тушите, тушите, тушите. Так, стены. Давайте вот так вот пока что. Сейчас более-менее нормально. Можно даже еще один... Да хватит гореть! Хватит гореть! Я тебя очень прошу и умоляю, хватит гореть! Вы что, издеваетесь? Похоже, проблема. Я вот вижу проблему, потому что... Ну, реально. Давайте колодец отбабахаем сначала. Так, здесь. Вот так вот сразу налогами обложим. Мне нужны деньги. Мне нужны деньги на вышки. Вы сами прекрасно это знаете. Я говорю не вам, зрители, а людям. Я же беспокоюсь. Я понимаю, что они негодуют, но мы должны отбиться. Мы должны попытаться отбить первое нашествие викингов или варваров. Я там путаю постоянно. Так, ну вот я вижу, что рабочих на строй 7, видите? То есть 7 рабочих у меня есть. Еще 3 свободных есть человека. Так что, в принципе, сейчас нормально. 25 уже монет заработали. То есть, в принципе, я даже уже могу первую вышечку отбабахать. Есть, отлично. Вот это радость. Вот это просто праздник. Ребятки, вот это реально... И у меня, по-моему, да, у меня склады перегружены. Давайте закроем один сад и вот так вот сделаем. В принципе, сейчас нужно именно построить пекарню, чтобы еды было больше, но не с такой нагрузкой, да. Так, давайте еще, ребят, еще, давайте. Стройте, стройте. Здесь уже вышечку отгрохали. Так, как у нас... Минус... А, библиотеки нет, и они типа недовольные, да? Вот гады, а. Вы че, серьезно, что ли? Мне сейчас самое время библиотеку строить. Да, ребят, самое время мне сейчас строить библиотеку. Просто вот, просто... Ладно, просто молчим. Я просто молчу и все. Так, здесь у нас 2 сада отключено, по-моему. Так, отключим еще 2-й сад. Слишком много еды. Очень много хлеба. Так. Ладно, давайте без библиотеки. Немножечко потерпите без библиотеки. Мне еще нужны денег на 2 ворот, ребят, понимаете? Это довольно-таки, типа, дорого, вообще-то. Катапульта я... Чё? Мне сначала вот эту штуку нужно построить, чтобы начать строить катапульты, ребят. Вот это проблемка. Так, ладно, я не буду строить катапульты. Я сделаю тогда сразу же все обведу вышками, ребят. Только лучники будут у меня.
Да, и мне сказали, чем выше вышка, тем они дальше стреляют. Но в данном случае, как бы, типа, мне по барабану, да, то есть мне самое главное, чтобы они, как бы, вообще стреляли. Как-то так получается. Так, ну пускай строит пока что. Мне... Почему убавилось так много камня? Вроде бы 5 камня должно потратиться. Так. Пускай вышечку пока строит. Так, давайте. Первый забор. Ну! Ну! Давайте, принесли мне. Принесли еще. Еще чуть-чуть. Давайте, ребят. Так, отлично. Молодцы. Молодцы. Так, давайте-ка мы здесь еще немножечко сейчас поработаем и еще одну каменную сделаем. Потому что с камнем что-то прям беда какая-то. Ну, беда. Беды. Так, ладно. Хоть я и знаю, что они будут ругаться, когда я буду сносить эти домики. Но ничего, временное расстройство потом будет плюсом мне. То есть, ну, потом от этого они сначала чуть-чуть погрустят, но потом будут рады. Вот так вот. Так, опять же ждем, когда камень. Здесь у нас опять же не хватает людей, потому что строится 2 домика. Прям библиотеки нет, они очень... Представляете, какие у меня крестьяне, да? Вот обычные люди, да, то есть они библиотеку хотят. Где это видно, чтобы крестьянин такой после поля пришел... Можно мне, пожалуйста, книжненцию, чтобы привести очень хороший вечер за бутылочкой сидра и с любимой женой и лоботрясами детьми? Да-да-да, именно вот так вот. Так, есть! В принципе, остается еще чуть-чуть закрыться, и, в принципе, можно сказать, мы закрыли наш замок. Ну, можно так же сказать. Только чуть-чуть бы поднять стены выше, чем есть сейчас, но посмотрим. Посмотрим, что из этого выйдет. Я прям сейчас буду так вот делать. У меня нету свободных людей. Что очень-очень печально. У меня все плохо. Да нет, вот здесь вот с колодцем только беда. С колодцем беда, да, то есть у них. А так, в принципе, очень даже все неплохо. Давайте вот здесь вот колодец построим. Внутри так... Чего-то не хватает, типа мне сказали, да? То есть людей не хватает, типа, что ли? Что-то он сказал, чего-то мне не хватает, а вот чего я немножко не догнал, типа. По-моему, людей не хватает, серьезно. Так, колодец сейчас будет, все отлично. Так, давайте еще чаркоил. Коксовый уголь. Так. Ну, первое нападение, давайте. Я еще добавлю. Эта серия будет чуть-чуть длиннее, конечно же, потому что, ну, я хочу в одну серию, так сказать. Вот, видите, они до сих пор не начали строительство здесь. Что-то какая-то проблема с этим. Я знаю, из-за чего. Так, людей не хватает на строительстве. Просто тупо не хватает людей на строительство, видите? Они только-только вот сейчас побежали строить. Да-да-да-да-да. Блин, вот это я сделал небольшую ошибочку. Так. Не очень хорошо. Я потратил людей, которые бы мне... Блин, вот это вообще очень неприятно. Даже давайте вот так тогда. Вот так вот даже сделаем. Потому что, ну типа, йоу. Пускай они быстрее построят это здание, чем я буду ждать, когда там 5 человек, 5 коллег построят полностью. Так. Лес у нас есть. Сюда склад нужно установить. Ребят, вот здесь вот нужно склад установить, чтобы они сюда все притаскивали. Тогда и строительство быстрее будет, да? Да. Ну, по крайней мере, по логике вещей. Блин, тут даже вот это еще не закончено. Ух, как жестко-то. Ребят, давайте и вот этот пока что тоже тогда... И давайте еще одного лесника тоже уберем. Пускай быстрее построить, чем... то есть, ну, понимаете, быстрее пускай строительство пройдет, чем будет тянуться вот это долгое непонятное ожидание. Так. Так, здесь у нас все заработало.
Так, сейчас еще один домик построится. Прям последнее дерево несут. Все готово. Склад. Склад. Окей. Два сейчас еще забора. Два забора. И мы здесь давайте начинаем камень добывать. Вот так вот. Оп. Опен. Сейчас строительство закончится, и все должно быть нормально. Оп. Сразу здесь у нас 4 человека. Сразу прибежало. Здесь еще одного камешка запускаем. Еще сразу 4 человека. И 4 у меня свободных есть. Вот они как раз таки у меня сейчас будут возводить стены, да, то есть... Потихонечку, пока каменщик пытается возобновить. Так, Charcoal, только с ним проблема. То есть у меня сюда камень начали приносить и дерево. То есть быстрее строительство будет вестись. Ну, я так думаю, я надеюсь на это. Так, ну давай, давай, давай. Еще камни нужно, ребят. Чего так медленно? Я вроде бы увеличил количество людей, но сами понимаете. Так, вот, кстати, я знаю, как... Да-да-да-да-да, спасибо. Я помню, какого-то специалиста такой очень много, такой талмуд, очень много слов написал о том, что вышки тоже, с вышек тоже можно убирать людей, потому что они тоже, ну, как бы, типа, занимают место-то. И вот это прям вот сейчас вот я вспомнил, и такой, типа, поклон ему низкий за такой хороший совет. Так, давайте здесь мы пока что тоже отстроим пока что вышку. Пригодится, не пригодится, не знаю. Так, и будем ждать, ждать. Воу-воу-воу, а чё горим-то? Потушили? О, молодцы какие. Потушили, шикарно. С камнем проблемки. Здесь почему-то у меня всего лишь... Блин, я построил целый новый дом, да? То есть, но... Чё такое-то? Что с вами не так-то? Здесь 5 строителей. С едой все хорошо, в принципе, да? То есть, можно даже еще поменьше сделать. Типа вот так вот убрать. И вот так вот, и еще вот, типа, ну, господи. И вот так вот, все равно эти поля, типа, залиты, видите, они не принесут сейчас еду. Так, что такое? Вот даже, по-моему, сейчас, смотрите, перебор будет. То есть у меня не потребляется столько еды, сколько требуется. Так, вот это вот сразу отключаем пока что. Вышечку. Так, и, типа, у меня 7 человек. Но вот как раз таки сразу все 7 человек ушли на строительство. Это значит, очень быстро сейчас построится. Вот я сейчас не буду прибавлять больше людей и меньше делать не буду. Но на вышке, каждую вышку, я это считаю, уже 6 человек здесь тратится. Так что мне пару-то домиков-то еще бы добавить-то нужно. По-хорошему. Так что мы давайте вот так вот сделаем сейчас здесь. Оп, оп. Оп. Допустим, вот так. И вот так, и вот здесь вот пошла улица. Улица около... Ну, вы понимаете, да? Около берега. Так. Вышка еще ввысь пошла. Ну, что-то, как видите, 27-й год уже. И людей пока что нет. Так. Па-па-пара-па-па-пам. Пара-пара-па-па-пам. С лесом не очень все хорошо. Им нужна библиотека, и они от этого негодуют. Видите, вот здесь вот. Так. 11 человек у меня сейчас свободно. Давайте построим здесь библиотеку. Блин, а вот здесь вот сразу говорю, вот сейчас вот проблема, да, то есть с тем, что где библиотеку строить. Давайте я ее здесь построю, потому что типа у меня здесь вот будут дома. И поэтому, типа, распространяться в разные стороны как-то не очень хочется. Так, ну хотя бы давай вот на этот накопи. Блин, с деревом прям проблемы. Ну ладно, давайте откроем производство дерева. Ух ты ж, йоу. Ребята, у нас что-то сломалось. Так, еще вышечку давайте отстроим. Еще одну вышечку. Вот, кстати, я библиотеку типа построил, но она же там бесполезная. То есть она сейчас там не будет приносить толку никакого. Видите? То есть, хотя нет, вот здесь вот типа... Нет, нет. Интересно, я вот ее построю. Да, скорее всего, я ее построю. И вот этот вот... Вот эта штука пропадет, надеюсь. Так. Оп.
Видите, сразу аура, ну, вот эта дальность увеличилась, а вот здесь меньше. То есть, чем выше, тем дальше вышки будут стрелять. Это на самом деле интересно. И до сих пор не... Да, вот видите, отлично, вот это хорошо. То есть до сих пор у меня не пришло ни одного гиганта, ни одного варвара, викинга там, или еще чего-то такого. Так, самое главное сразу же закрыть, чтобы не тратило людей мне. Так, вот так вот ее сделать. И смотрите, если я, допустим, вот здесь вот, может быть, еще тогда построить на одну выше, да? То есть, чтобы он, чтобы вот эта вышка задевала вот эту часть. Вот так вот, то есть, чтобы перекрестный прям огонь был. То есть, чтобы все вышки работали. Вот, как думаете, так правильнее, наверное, будет, да? То есть, видите, уже построили довольно-таки быстренько. Но вот видите, чуть-чуть не задевает, поэтому, наверное, все-таки 4, это самый удачный вариант в 4 высотой. Так. Вот, давайте пока что, наверное, ладно, окей, давайте пока что вот так вот, пока что вот так. Госпиталь тоже нужно, блин, а? Прям беда, ну серьезно, беда, получается, все нужно строить и типа с госпиталем тоже сейчас могут быть проблемы. Сейчас как чума придет какая-нибудь, да, и все, и кирдык. Так, вот здесь вот, давайте мы... Да что ж ты. Так. Вот так, одну монетку пускай приносит. Налоги. Не хочется сильно обкладывать людей налогами. Так, ну вот так вот, окей. Окей. Здесь пошло, раз, два. Еще, наверное, даже можно будет поднять, посмотрим. Потихонечку, медленно, медленно, медленно. Не торопясь, пускай сначала этот домик достроит, но... Опять же, вот уже прошло где-то около 32 минут, плюс в самом начале я еще там говорил, и, собственно, не нападают, до сих пор еще не напали, и это как-то странно. То есть у меня 32 год, ну, кстати, 32 минуты, 32 год, может, по минуте, на ускоренном времени, по минуте тут каждый год идет, типа такого, кто знает, пишите, кстати, в комментариях, вот, открывайте мне глаза на это, потому что я серьезно сейчас... Немножечко в замешательстве. Нет, вот это вот точно не нужно, чтобы горело. Я не понял, воро... Понимаете, у меня замок горит. Понимаете, в чем прикол? Фу, слава богу, потушили. Я вот даже не знаю, еще добавлять время или оставить на следующий. Давайте, последние 5 минут. Последние 5 минут я добавляю, чтобы, типа, ну, вот, как сказать, я перед вами честен, да, то есть я вот 5 минут еще добавляю к этой серии, и посмотрим, что будет. А в данный момент мы просто как бы продолжаем строиться. Если за 5 минут они не нападут, то мне придется уже перенести на следующую серию это нападение, так скажем, да, то есть вы понимаете прекрасно, вы же меня понимаете, да. Вы же прекрасно меня понимаете. Так. Здесь надо по любасику так делать, да? А можно вот так вот сделать? А давайте вот так вот сделаем. Так, отлично, отлично. Замок довольно-таки прикольный получается. Да, он такой какой-то весь своеобразный, но... Я, кстати, могу здесь снести вышку. Я могу спокойно снести вышку и построить еще пару... Ну, высоту ввысь. То есть ввысь. Так, еда. Я вижу, что у меня с едой проблемы. Раз такое делать, то мы давайте... Оп-оп-оп-оп-оп, открываем. С едой нужно исправлять все. Так, и еще с едой, знаете, что мы сделаем? Мы сейчас давайте вот этот вот штуковину сделаем. Это у нас как раз-таки пекарня. Которая как раз-таки должна нам приносить больше еды. То есть делать, печь хлеб, собственно, все просто. С едой, потому что сейчас все плохо, у меня вон 0 из 250. Так, здесь, наверное, давайте тоже увеличим. А, у меня 33 человека, видите, 33 человека на данный момент. Это слишком, типа, дофигище, я бы так сказал. Так, вот здесь вот еще...
вот так вот давайте еще одного каменщика. А потом вот здесь вот надо... Раз, два, три. Так. Здесь оп. Здесь оп. Ну и вот здесь вот давайте построим еще. Потом оп. Еще одну стену поднимаем. Ну, медленно. Чтобы сейчас на самом деле мне нужно тупо загрузить всех работой, да? То есть... Но у меня что-то как-то не слабо это получается. Ну ладно. Окей. С едой прям вообще беда. Она плюс-минус, плюс-минус. Как-то так. Склад-тушитель. Сразу мелкие. Вы серьезно? Вы склад потеряли? Вы серьезно? Может, колодец вот так вот невыгодно ставить? Потому что от него, типа, далеко бегать? Ну, может быть. Кто знает, кто знает. Вот здесь по-хорошему дорогу вокруг замка надо сделать, да? Все сделаем. Все будет... Склад будет перенесен. Все сделаем. Но типа, понимаете, все, всему свое время и... Об этом не стоит забывать. Так, ну здесь как бы, типа, нету ничего. Ни чаркоила, хотя он нужен. Ни хлеба. Так, дополнительного чаркоила у меня нет, поэтому давайте вот так вот. Здесь, опять же, у меня люди есть свободные, тонны людей свободных. Так что вышечки. Так, с едой вроде бы я начал в плюс уходить, но такое, типа, не на все 100. Раз, два, три. Вот так вот давайте увеличим. Так, еще. Ну, чувствуется, что я не успеваю, ребят. Чувствуется, что я... не получается у меня нормально. Блин, я даже... Я не знаю, как тут в любом случае получается так, что я где-то что-то теряю. То есть не получается у меня нормально... вот, кстати, хлеб-то... Хотя здесь... Ладно. В общем... Не получается у меня в этой серии дождаться викингов. Такое чувство, что я как-то так... Типа... Ну я, смотрите, уже сколько прожил. Вот. 37, да? То есть 38, да? Давайте до 40 доживаем. И на этом 40 лет, да? То есть R же там... Да, R. Ну или 40R. Нет, ну наверное все-таки лет, да? И... Довольно-таки неплохо, если так получится сейчас реально 40 лет-то прожить. Так, здесь вот еще давайте, знаете, что сделаем? Где-то вот... Блин, дерево тратится просто невероятнейшим образом. И люди вроде бы есть, да? Но как-то они... Как-то медленно все перетаскивают. То есть, смотрите, у меня людей достаточно много... Но они и предметы очень медленно таскают, и... странно. 39-й год. Странно, в общем, я немножко не понимаю. Так. Давайте вот эту вышечку все-таки снесем. И построим здесь еще вот так вот. Так, отлично. А-а-а! Потушите, пожалуйста! Пожалуйста, потушите ваши дофигища здесь... Ну ты серьезно? Ах ты ж зараза мелкая. Ах ты ж... Какаська-то такая. Эдакая. Да что ж такое-то творится? Я сейчас и буду причитать, как старая бабка. На что ж вы нас паки... Ну понимаете. В общем, давайте вот здесь еще один колодец вбабахаем. Во, наконец-таки у меня людей типа... Ой-ой-ой. Типа... Ну все нормально. Все, 40-й год, ребят, на этом я точно уже буду заканчивать. В следующей, обязательно в следующей серии продолжим. На этом все. Обязательно ставьте лайк. Обязательно, потому что каждый ваш лайк стимулирует меня к новым видео и к поискам новых игр, чтобы показать их вам. Ну и обязательно подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать ни одного видео. Всем всего, удачи и пока!